Мы поможем делом. Народная партия Алга. npdvk.kz. Дымилась роща. Давай, подходи, Ваня. Молодец. Молодец. Гвардейца. Здравствуйте. 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 Ага. Так, я в концов хожу при вас. Бежать осталось в темноте. Незнакомого поселка на безымянном садире. У незнакомого поселка на безымянном садире. Ветераном, ведь ты остался у нас теперь один на весь поселок ветеранов. Память тем, кто... Светилась, падая, ракета. Живи, свети, будь здоров. Как догоревшая звезда, спокой как наш. Иван Андреевич, приехали поздравлять. Председатель областного филиала Народной партии Алга Абенова. Он не забудет мне. Партия Алга. Мы, представители партии Алга, из России, поздравить вас. Пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Мы очень уважаем вас. Вот, Кирилл Ильич каждый раз рассказывает о вас хорошие слова, хорошие воспоминания. Эти воспоминания передались этим внукам, чтобы никогда не забывали то хорошее, которое вы подарили нам и будущему Казахстану, и будущему Советскому Союзу. Поздравляю вас! Здоровья вам! Пожалуйста. Эти подарки небольшие, скромные. Это действительно дань уважения. Словно днем, поздравляю, желаю вам долгих лет жизни. От перекрестным артогнем. Это скромные подарочки от жителей. Это чай, чтоб горячий, а это из верблюжьей шерсти одеяло. Адъютант есть, адъютант? Адъютант встаем, мы периодически проверяем подобки, смотрите. Так. Ага, Таня, ты несешь, что поможешь? Да не страшно, спасибо вам за все. Я уже родиной считаю моя. Сейчас 6 лет я здесь в Красноармейске прожил. Потому что должное этому человеку не уделили, ну, кто, наверное, начальство какое-то, я конкретно не могу местная сказать. Местная власть. Может, местная, может, свыше указания дали. Не уделили должного внимания. Собрали там все так это... И ни подарка, ничего, но мы решили, нам стыдно, один или вместе ветераны. Решили собраться там, подвесить, сколько мог, короче, да? Весь поселок. Ну, разумеется, наверное, весь. Я не читала, у нас один откуда-то. Этажа нам как-то. Бесензали. Ну, это знак благодарности, да? Да, да. Вон один, он единственный. Ну, просто от населения, потому что мы это заслужили своим. То, что выебало, пришло, и нам чуть-чуть такой создали. Такое невнимание со стороны шахты. Ребята, май подарили рюмочки. За что? Ну, конфеты, килограмм конфет. Конфеты не Акимат подарил, вот, а магазин подарил. Магазин подарил. Акимат вот. За 200 тенге. Должна 200 тенге. Не за столом снимай, нет. Поставишь на это потом. За 200 тенге. Такой подарок. И то, 250 тенге. И то люди говорят, что даже это не он подарил. Это Розу Валиеву. Розу Валиеву. По указанию директрисы. Директриса уже стала говорить, что этот деду подарить что-то надо. И вот эти рюмочки уже взяли и дали деду. А Розу Валиева ночная нянечка при школе интернете.
Это получается, что подарил частное лицо. Частное лицо. Потом еще учительница деду подарила тоже этот. И майку ему подарила. Это Любовь Ларионовна Наташа. Ну, это опять частное лицо. Частное лицо, да. Вот она от себя подарила полупакет. Собрала так, как себя. Подарила тоже. На 65-летие юбилея Победы они обещали газифицировать дом, да? Да. Ничего нет. А кто приходил, кто обещал? Так. Капаков. Капаков. И он еще этот район Аким обещал. Даже это мое лицо муж, если увидит, будет говорить, это узнает. Я стояла за печкой, он прям туда заглянул, Шохина, Капаков и наш Акима. И сказал, вот здесь будет газ, ой, этот ванна, тут туалет будет. Все это забыто. Никто ничего. В этом году было районное собрание тоже. Районное, да? Приехали все, даже к деду не пришли и не посмотрели, как он тут, что тут он делает. И не пригласили даже. Что еще? А вот еще. Когда вот они приходили на ремонт дома выделять, вот такую бумагу написали, и шифер, и краска, и обои. Ну все, короче, и на забор тоже ничего нету. Ремонтный акт. Да, нет ничего. Ой, это года два уже. 65-летие. Да. Радостно мне. Ну, короче, ничего деду нету. Дороги он разбиты возле деда. Наводнение шло, колодец залило полно воды. Даже никто не пришел. Дед ему сказал, так он чуть не матом его обкрыл деда. Кто? Аким наш. Смерть не страшна, с ней не раз. Да ничего, и на праздники уже не стали звать. Ну никуда, внимания, короче, нету деду никакого. Мы поможем делом. Народная партия Алга. mpdvk.kz